Здорово, ребят, девчат. Тачку сделали хорошо. И помыли, и почистили даже салон внутри. Так, начинаем с обзорчика камеры. Вот этот Garmin теперь у меня стоит на таком держателе. Я его купил, наверное, лет 6 назад. Использовал несколько раз, потом прикрутил вот эту мощнейшую свою штуку. Но все равно я ее пока держу для каких-то других камер. Так. То есть они используют это от GoPro. Единственное, что я опускаю вниз вот этот вот рычаг, да, и просто выдвигаю камеру. Управляю я камеркой с телефона и с часов. Очень удобно. Как раз вот здесь будет, о, хорошее солнце. Так, старт рекординг. Сейчас попробую. Нажимаю на старт рекординг. Часы вибрируют, звучок и камера тоже. Дисплей у нее не работает, потому что нужно его, ну, тачскрин, и тогда можно будет посмотреть. Сейчас она записывает. Вот так выключено. Очень удобно. Ладненько, ребят, девчат, счастливо и всего наилучшего. До свидания.